кажется. Делаем еще по разу на каждую сторону. И достаточно. Следующее движение. Вытягиваем голову вперед, шею вперед. И затем макушкой легко тянемся назад. При этом подбородок у вас немного будет подходить, приближаться к шее. Вперед и назад. Самое важное, голову не опускайте. То есть у вас голова находится в одной плоскости. Только смещается вперед и назад. Если помните, то вот птички, голуби обычно, когда ходят, у них вот похожее движение головой. И тоже не перетягиваем шею, все движения спокойные и плавные. Так, завершающий раз. Достаточно. И теперь объединяем два предыдущих движения. Подтянитесь вперед, затем уводите голову в сторону, назад, в другую сторону и снова вперед. И получается такое круговое движение. Корпус при этом остается неподвижным. И вы можете внимание перенести на макушку, представить, что будто бы макушкой рисуете круг над собой. Делайте примерно 5-6 движений в одну сторону и затем в обратном направлении точно так же примерно 5-6 движений. Затем завершающий круг. И достаточно. Вернулись в исходное положение. Переходим к наклонам шеи. Наклоняем шею к одному и к другому плечу. Внимание опускайте в основание шеи. Удерживайте там и чувствуйте, как вытягиваются уже немного мышцы в основании шеи, боковые поверхности шеи. Немного плечи тоже, мышцы плеч будут напрягаться. Так, делаем завершающий раз на каждую сторону. Достаточно. Вернули голову в исходное положение. И следующее упражнение – опускание подбородка. Поворачиваем взгляд в сторону. Подтянитесь подбородком назад. Затем опускаете плечо. Поднимаете голову. Делаете вдох-выдох. И возвращаете голову в исходное положение. На другую сторону точно так же. Потянулись назад. Плечо, подняли подбородок, вдох, выдох, исходное положение. Повторяем. Назад, плечо, подняли подбородок, вдох, выдох, исходное положение. Еще раз. Назад, плечо, подняли подбородок, вдох. Полный выдох. И еще по разу на каждую сторону. Назад. Плечо. Подняли подбородок. Вдох. Выдох. И завершающий повтор. Назад. Плечо. Подняли подбородок. Вдох.
исходное положение. Отлично. И теперь вытягиваем шею. Рука на висок. Наклонили голову, расслабили руку. И подышите здесь, подтягивая живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Вернули голову в нейтральное положение. Поменяли сторону. Другая рука на висок. Наклон головы. Рука расслаблена. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Завершающий вдох. Полный выдох. Вернули голову в нейтральное положение. Сделали замок из рук. Поместили его на затылок. Так, выровняли линию позвоночника от копчика до макушки. Подбородок немного приблизили к шее. И на вдохе надавливаете головой на руки, руками сопротивляетесь. Выдох, расслабились. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Напрягаемся. Выдох. Отпускаем напряжение. Еще раз. Вдох. И полный выдох. Достаточно. Отпустили руки и повращали головой по кругу. Расслабляем шею и плечи. Несколько круговых движений в одну сторону и затем плавно также в обратном направлении вращаем. И завершающий круг. Вернули голову в исходное положение. Проверьте сейчас свою шею, как она себя ощущает. И переходим на плечевой пояс. Рука на плечо, локоть направлен вперед. Выдох. Локоть опустили, вдох, подняли. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще раз выдох. И вдох, руку увели за голову, взяли локоть, вдох, потянулись назад, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, завершающий вдох и выдох, достаточно. Перехватили руками за локти, сделали рамку. Со вдохом прогибаемся назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Чувствуем грудной отдел. Выдох. Вдох. Выдох. Завершающий вдох. И выдох. Достаточно. Руки на основании шеи, кисть на кисть. Со вдохом плечи вверх, локти назад. Выдох, исходное положение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще два раза вдох. Выдох, завершающий вдох, выдох,
Достаточно. Перевели кисти на плечи, локти строго в стороны. Вдох, потянулись назад. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Завершающий вдох. Потянулись до конца. Выдох. Локти, плечи вниз. Макушкой немного удлинили шею. Потянулись. Вдохнули. Выдохнули. Отпустили вытяжение и толкнули поясницу назад. Расправили спину. Хорошенечко потянулись. И поменяли стороны. Другая рука на плечо, локоть вперед, выдох, опускаем, вдох, поднимаем. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Завершающий выдох, вдох, руку за голову, взяли локоть, вдох, потянулись назад. Выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, еще два раза вдох, выдох и завершающий вдох, выдох, достаточно, сделали рамку из рук, перехватили за локти, вдох, прогиб назад в грудном отделе, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, чувствуйте мышцы, вдох, выдох, завершающий вдох и выдох, достаточно. Кисти на основании шеи, так. Локти в стороны, немного вверх, вдох, увели локти назад, выдох, исходное положение, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, завершающий вдох и выдох, достаточно. Кисти на основании, на плечи и со вдохом уводите руки назад, выдох, исходное положение. Вдох, лопатки друг к другу подводите, выдох. Вдох, тянемся назад, выдох, еще два раза вдох, выдох, завершающий вдох, потянулись до конца, выдох, локти, плечи вниз, макушкой вытягивайтесь вверх, вдохнули, выдох, отпустили вытяжение и вытолкнули поясницу назад, расправили спину. Так, хорошенечко потянулись и переходим к вращению плечами и лопатками. Поднимаете руки вверх, руки параллельны друг другу. Со вдохом уводите плечи назад по кругу и повращайте, почувствуйте, как следом за плечами движутся лопатки. Чувствуйте, как они смещаются по спине. Так, еще немножечко. Постепенно, постепенно увеличивайте количество вот таких вот повторений, чтобы мышцы крепли. Так, завершающий круг. Отлично. И встряхнули руками, сбросили напряжение, подвигали плечами. Так, распределили напряжение, чтобы оно не застаивалось. И снова руки поднимаем вверх, собираем лопатки вместе. Вдох, плечи к ушам, руки, лопатки друг к другу подтянули. Выдох, расслабили. Вдох, лопатки друг к другу. Выдох. Вдох, лопатки друг к другу. Выдох. Еще два раза. Вдох. Лопатки друг к другу, выдох,
завершающий вдох, да, и выдох, потянулись назад, расширили область между лопаток, развели их в стороны подальше друг от друга, так, встряхнули плечами, встряхнули руками, почувствовали, что убрали всю усталость, все напряжение, и ставьте ноги пошире. Хорошее основание должно быть, боковые наклоны. Руки в обратный замок. Вытягивайтесь вверх, подбирайте живот, выравнивайте поясницу. И выдох, наклон. Зафиксировались. Вдох. Вы. Еще вдох. И выдох. Подъем. На другую сторону. Выдох. Сжали бок. Вдох. Вы, вдох и выдох, подъем. Повторяем на каждую сторону. Выдох, сжали бок, вдох, выдох, еще раз вдох и вы, подъем. Заключительный раз. Выдох, сжали бок, вдох, выдох и вдох. Выдох, подъем. Отлично. Вытолкнули спину назад, потянулись еще раз, так, встряхнули руками и выводите руки перед собой. Руки крест-накрест, ладонь в ладонь, пальцы в замок. Проворачиваем руки вперед и затем меняем лад. По три раза на каждую сторону нужно сделать. Так, завершающий раз повторяем на каждую сторону. И достаточно. Встряхнули руками, ладонь вверх, надавливаем на ладонь и дышим, подтягивая живот. Вдох, выдох. Вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. И перевели ладонь вниз, большой палец подтянули к предплечью, вдох, выдох, вдох, живот также подтягиваем, выдох и еще раз вдох. Полный выдох. Поменяли руку. На другую точно так же. Надавили на ладонь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Полный выдох. И затем ладонь вниз, большой палец к предплечью, вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. Достаточно. Встряхнули кистями. Пальцы в замок и повращали запястьями по кругу. Круговые движения. Сначала в одну сторону и затем в обратную. Также повращайте в противоположную сторону. Достаточно. Развели руки в стороны, ладони смотрят вверх. Вдох, потянулись назад. Увели руки, выдох, исходное положение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Развернулись.
Растянули ладони в пол. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Завершающий вдох. Потянулись. Выдох. И руки, ладони вверх. Максимальное отведение назад. До конца. Затем с выдохом опускайте руки. Возьмите сидушку. Хорошенечко прогнитесь в грудном поясничном отделе. И подышите, подтягивая живот. Вдох. Вы почувствуйте, как грудная клетка наполняется. Вдох. Вы. Еще раз. Вдох. Полный выдох. Отлично. Отпустили сидушку. Поясницу снова толкнули назад. Расправили спину, скомпенсировали прогиб. И руки уводите в стороны, ладони смотрят в стороны. Скрутка. На вдохе удлиняйте позвоночник, вытягивайтесь вверх. Выдох. Развернули корпус, зафиксировали положение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Развернули корпус. На другую сторону точно так же. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Скрутка. Фиксируем положение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Вернули корпус в исходное положение. Опустили руки. И легко-легко повращали плечами, чтобы распределить напряжение, убрать его, растворить. Несколько круговых вращений. Так. И после этого одну руку заводите за голову. Вытяжение трицепса. Другой рукой возьмите локоть. Вдох. Потянитесь вверх. С выдохом уберите руку дальше за голову. Подышите. Осанка прямая. Вдох. Вы. Да, на бок не заваливайтесь. Вдох. Вы. И еще раз. Вдох. Полный выдох. Возвращайте руку в исходное положение. Меняйте локоть. Другой точно так же. Вдох. Потянули вверх. Выдох. Увели за голову. И подышите, подтягивая живот. Вдох. Вы. Вдох. Вы. Еще раз. Вдох. Полный выдох. Вернули руки в исходное положение. Отпустили их. Поясницу снова назад. И завершающее упражнение на плечевой пояс. Руки поднимайте вверх. Уводим руки назад. Со вдохом тянитесь назад, насколько будет доступно. Выдох. Исходное положение. Вдох. Уводим руки назад. Выдох. Вдох. Такой приятный прогиб по всей спине. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. И завершающий вдох, выдох, толкнули поясницу назад. Отлично. И почувствуйте сейчас область между лопаток, грудной отдел позвоночника, как он себя ощущает. Переходим к работе с поясницей. Ставим ноги. Отводите одну ногу в сторону, другая нога, колено строго вперед. Рука на колено, другой рукой возьмите сидушку, развернитесь под ноги, выпрямленные ноги и подышите. Вдох, вы, вдох, вы, вдох и выдох. Плавно возвращайте корпус, рукой сразу вытягивайтесь вверх. Выдох, наклон,
Продолжаем рукой тянуться и дышим, расширяя нижние ребра. Вдох, выдох. Еще раз вдох. И выдох, подъем. Повторяем. Вдох, потянулись вверх. Выдох, наклон. Рукой продолжаем тянуться. Вдох, расширяем нижние ребра. Вдох. И выдох, подъем. Руку опустите, прижмите к пояснице. И уходите в наклон, плечо к колену. Живот по возможности на бедро. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Полный выдох. Поднимите корпус, освободите руки и ногу поставьте на колено. Скрутка. Возьмите стопу, возьмите рукой сидушку, развернитесь от ноги, подышите. Три вдоха, три выдоха. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Разверните корпус, руку перекиньте на колено, другой рукой возьмите сидушку, скрутка на бедро, вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох, полный выдох. Развернули корпус, поставили ногу, поясницу толкнули назад и меняйте сторону. Точно так же на другую. Отставляйте ногу в сторону. Рука на колено, другая рука за сидушку. Разворачиваемся от выпрямленной ноги и дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Развернули корпус, потянулись рукой вверх, выдох, наклон и дышим, расширяя нижние ребра. Вдох, выдох. Почувствуйте, как с дыханием усиливается вытяжение. Вдох, выдох, подъем. Повторяем снова. Вдох, потянулись вверх, выдох, наклон, дышим, вдох. Выдох. Еще вдох. И выдох. Подъем. Руку прижали к пояснице. Наклон плечом к колену. Опустились. Живот постарались опустить на бедро. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох, подъем. Освободили руки, выпрямленную ногу поставили на колено. Вдох, выдох. Еще раз вдох. И выдох. Развернули корпус, перекинули руку на колено. Другая рука за сидушку, скрутка на бедро. В другую сторону, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Полный выдох. Развернули корпус, поставили ногу, толкнули поясницу назад, почувствовали весь позвоночник от копчика до макушки. И после этого убирайте табурет, расстилайте коврик, переходим к упражнениям на полу.